Что-то немножко охренел, как быстро посылка пришла, буквально недели две прошло, как я заказывал. По ощущениям там удлинитель для Wi-Fi антенны, чтобы покрыть большую зону Wi-Fi интернета. Да, действительно, они. Провода 6-метровые. Знаете, есть такие роутеры, у которых антенна съемная, ну, которая скручивается. Вот, и на этих антеннах используются вот такие вот разъемы. Вот, смотрите, разъемы вот такие используются. То есть вы антенну выкручиваете, разъемчик, потом вместо нее, точнее там у нас, не помню какой конец, да? Да, по-моему, вот эта антенна, вы выкручиваете, вкручиваете туда вот это вот вместо антенны. И провод 6 метров удлиняете по своему дому, куда вам надо. Либо в другую комнату, если у вас, допустим, там трехкомнатная квартира, что в другую комнату там под плинтусом там проходит, да, и у вас получается, что везде есть Wi-Fi, в какую бы комнату ни пошли, у вас везде уверена зона Wi-Fi. То есть у вас, допустим, роутер с двумя антеннами. Один роутер стоит в одной комнате в дальней, а, ну, то есть он и есть один. Вот. А, значит, провод от второй антенны вы проводите не под плинтусом, ну, как хотите, там, да, 6 метров, в принципе, длина большая. Вот, куда-нибудь проводите и ставите вторую антенну в другой комнате, и у вас получается, что зона покрытия Wi-Fi уже по всей комнате. Ну, я живу в частном доме, мне надо, чтобы у меня в огороде ловил и в ограде везде. Вот. Вот такой вот проводочек, он диаметром 1,3 мм. 6 метров, по-моему, заказывал. Или 9. Ссылка будет в описании. По-моему, 9 я заказывал, 6 будет мало. Так. Да, 9 метров здесь точно. Здесь не 6, потому что дом 12 метров, половина 6, надо туда вниз спустить, туда наверх. В общем, 9 метров вот в этом. И стоит недорого, что-то в районе 200, что ли, рублей, я не помню. В описании ссылка, пройдете, посмотрите, сколько это стоит. Вещь классная. Мощность сигнала, она не так сильно теряется, но зато потом можно интернет соседям раздавать, и получается у вас дешевле интернет будет. Все, с вами был Алексей, пока. Подписывайтесь на канал, что-нибудь интересное еще расскажу. Кто бы мне сказал, почему машина так долго заводится, иногда быстро, иногда долго. Если зажигание включаешь, сразу крутишь, быстро заводится. А если пока ЭБУ в машине прогрузится, то заводится долго. Вот, сейчас поеду колодки новые забирать. С Алиэкспресса их мне то самое не купишь. Впереди еще много интересных проектов. На канал подписывайтесь, скоро расскажу. Пока.